Глава «Росатома» Сергей Кириенко лично оценил результаты внедрения производственной системы «Росатома» на предприятиях «Атомэнергомаша». С рабочим визитом он посетил два предприятия «Зиоподольск» и «Гидропресс». В 2012 году общий эффект от внедрения ПСР на предприятиях дивизиона достиг почти 370 миллионов рублей, что на 8% выше запланированного показателя. Если раньше время выполнения операции составляло 71 день, при установке и монтаже новой сварочной установки мы сократили время выполнения операции до 41 дня. По данным опроса Левада-центра, который прошел в конце марта, треть россиян высказались за активное развитие атомной энергетики. 38,5% сказали о необходимости удерживать достигнутый уровень, а в число противников АЭС записались лишь 20% опрошенных. Это одна из немногих отраслей промышленности, одна из немногих сфер современной экономики, где Россия находится на передовых рубежах. В отрасли завершились первые в этом году дни информирования. В течение двух недель на 120 предприятиях «Росатома» проходили встречи руководителей со своими трудовыми коллективами. Перед сотрудниками выступили и ответили на их вопросы глава «Росатома» Сергей Кириенко, руководители структурных подразделений. Мы должны становиться более эффективными и более конкурентоспособными во всем. Это задача для каждого человека. Везде должны быть максимально эффективны настолько, насколько это возможно. Строительство третьего блока Ростовской атомной станции перешло на новый этап. На отметке 36,6 создается чистая зона для монтажа реактора. Установка опорного кольца реактора пройдет в апреле. Сам 320-тонный корпус реактора должен прийти на стройплощадку в июне этого года. Планы абсолютно реальные. Мы стремимся к их выполнению. И я думаю, что те сроки, которые поставлены физического пуска третьего блока, нами будут выдержаны. Неожиданный талант открыл себе руководитель дирекции по IT-техснаб-экспорта Александр Любавин. Не имея никакого художественного образования, в 50 лет он вдруг взялся за кисть. Из его произведений в техснаб-экспорте создана настоящая выставка. Вот я рисую, но я все равно не художник. Я понимаю, что я в душе работник атомной отрасли, рисующий. Когда заходит в наш офис, здесь чувствуют люди себя сторонние, как дома. А мне приятно, что автором являюсь я.